На первом этаже. На первом этаже. Ну что тут делаешь? Я не понимаю. Ну подойди сюда. Смотри на него. Ты в принципе можешь лететь. Вон он, в этом углу, вон. Просто если тебя шарахнуть не будет по углам, то взлетишь. Я думал, ты вверх по шахте будешь подниматься. Нежно, спокойно, а ты... Теперь тебе придется идти на первый этаж, наверное. Тебя вряд ли видео добьет оттуда. На первый этаж придется идти. Я думал, дядь Жень летит. Не, ну я реально, я ожидал дядь Жени, что это дядь Женя. Ты потом сделай как-нибудь одну дверку, пролети по всему зданию, в том числе на первый этаж на 50. А вот сейчас, мне кажется, лучше бы ебался, наверное. Но это не точно. Куда залезу хотел? Что ты хотел сделать? Да он хотел вниз пролететь. Он там лежит как-то. Это я в курсе. Все нормально. Да, вот тут нормально так. Давай еще раз. Андрюха, все, сопел на лету. Ну да, вот смотрите, погодка такая. Вот видите? Я на первом этаже, в 25. В перчатках нормально. А что, видео не виснет? До 25 мегабит, да. Слушай, это цифры. А мне кажется, она еще... Это, если ты в здании летаешь, где роутер, мне кажется, он по роутеру спокойно, как интернет-пакеты, тоже передается, наверное. О, видишь? Потому что она тут потрескалась, у нее эта часть есть, я ей залез. Нормально, мягко сел. Нет. Черепашка! Черепашка! Да! Стой! Отлично! Стой! Стой, 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 стой! Какие-то проблемы! Полетел, полетел, давай, черепашка. Еще. Во, отлично. Давай, газу. Все, замучил мотор. Да все, стой. Сожжешь регуль так. Не надо. Ему уже плохо. Погнал! Thank you.
не помнишь, на каком этаже? Вот и там был, вот с той пульки. Я там уже замерзший палец. Да и, короче, какое-то дерево внизу упало, какой-то из кустов. А попробуй это? Да. А я чайком балуюсь. А вот это, ребятки, называется квадрик на политухах перестал летать, и надо разобраться, почему. Но есть проблема. Куча болтов. Подожди. Куча... Ну, убери ее в карман. Куча болтов и изолента. И вот эту хуйню сейчас надо смотать, понять, почему не инициализируется полетник после небольшого краша. Если повезет, Даня сегодня еще полетает. Да, полетаю в любом случае. Да, если не повезет, Даня попробует переставить колокол вот на этот мотор. Я мотор переставлю просто. Да, или мотор переставлю. У тебя паэлик есть? Да. Вот, потому что здесь разбили спицу. Если вот видно, по-моему, на таком моторе. На этом. Вот на этом моторе спицы сломали, видите? Вал с колоколом вообще не взаимодействует. Там бетончик. А я чай пью. Там система простая, как два пальца об асфальт.